наверное, это будет классическая фраза. Хорошо, чтобы пьяный утро. Идите, сейчас приду. Ать! Ну попрошайки, по-моему, они к нам пришли за едой, а у нас еды нету. Надо было хлебушек стырить. Ну, возьмем в следующий раз. А в институте, где я работаю, уже 50. В одном университете. Да. И уже я там проработала 47. Нос название терские ладони, то есть острые обращенные к себе. Высота этих достигает 4-4,5 сантиметров над уровнем моря. Горные хребты ограждают Иссык-Кульскую котловину от проникновения холодного воздуха с севера и жаркого раскаленного воздуха из пустыни Средней Азии. Поэтому побережье озера не знает ни суровых морозов зимы, ни изнуряющих жаркого ветра. На побережье наблюдается редкое сочетание элементов горного, морского и степного периода.